С начала года в Ставрополе зафиксировали 87 пожаров. Из них 67 привели к повреждению и уничтожению имущества, а некоторые к травмам и даже гибели людей. Как, например, случай 27 февраля на проспекте Кулакова. Пожар случился в 9-этажном доме. 30 человек эвакуировали, двое из них пострадали. Другие пожары связаны с горением сухой травы. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров и пострадавших в краевом центре увеличилось. Я могу сказать следующее. Можно связывать с причинами пожаров в тот или иной сезон. То есть, если это зимний пожароопасный период, то чаще всего пожары происходят по причине нарушения правил эксплуатации отопительных приборов, печей, газового оборудования, электронагревательных приборов. Если же это весенний период и, как у нас правильно, летний пожароопасный период, то в этот период, безусловно, пожары происходят, связанные с горением сухой травы, которые переходят на дачные участки, на дома. Когда приходит время убирать придомовые территории, многие жители игнорируют правила пожарной безопасности и разводят костры. Исход всегда один – негативные последствия, в частности, пожары. На сегодняшний период в жилом секторе города Ставрополя зарегистрировано 46 пожаров, при которых погибло 3 человека, 5 человек получили травмы различные. Как мы выяснили, в большинстве случаев причиной возгорания становится неосторожность, неправильное использование газовых и электрических приборов, а также нарушение пожарной безопасности в помещениях. Раскаленное масло человек плеснул водой. Это категорически нельзя делать. После этого произошла вспышка и загорелась квартира, скажем так, и человек получил определенные травмы. Что в этом случае необходимо сделать, если загорелось масло на сковороде? Необходимо накрыть противнем, либо же крышкой. Поэтому вот такие элементарные требования норм правил пожарной безопасности необходимо знать и соблюдать. Также рекомендуется устанавливать автономные пожарные извещатели. Они не огородят вас от возникновения пожара, но помогут своевременно его ликвидировать. Купить такой можно в любом специализированном магазине. Динара Эфендиева, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».